Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen. Я буду под ночь выкладывать это видео, потому что я хотел бы впервые попробовать именно пони-психоделику, выложить ночью, посмотреть, понравится ли вам такое решение, хотя навряд ли и навряд ли вы это увидите, но тем не менее, я обязан включить еще одно приветствие от одного из подписчиков, потому что, ну, помните, я делал такую тему с приветствием от подписчиков. Одно я еще не выложил. И если хотите тоже попасть в видео, можете выкладывать на свои каналы, либо мне в личные сообщения присылать их. Я буду их показывать в своих роликах. Что ж. Всем привет, моя зеленая банда. С вами Fluttergreen. Вот такое вот, собственно, приветствие. Да. Так что, надеюсь, нормас. Сорян, что давно не показывал. Это было выложено достаточно давно. Но давайте-ка глянем психодел. Внимание, крайне опасно для эпилептиков смотреть без перемоток. И, собственно, эту психоделику он задумал необычный. Врата ада всегда... Стоп, что? Подождите. Открыты для любопытных. Немного тише колоночки сделаю, а то слишком громко. Он решил сделать что-то более-менее необычное, что он раньше не делал с анимацией, со всем этим, поэтому... Мне только интересно, есть ли тут... Нет, тут нарушений авторских прав нету, значит, все будет нормас. Потому что кто его знает, что можно ожидать от данного человека. Окей, Твайлайт теперь бежит назад. Или вперед. Я просто сначала не понял, она бежит назад или вперед. Класс. Грязная ванная. О, психоделика. В особенности ты безумен. Ну окей. Окей. Дальше будет темный экран, что ли? Все оставшееся видео. А, не. Все. Теперь цветное. Какие же странные звуки тут юзаются, конечно. Прошу прощения, ко мне пришли. Итак, я камбэкнул. Продолжаем. Психоделировать. Уже как будто мяуканье какое-то, я не знаю. Настоящее страдание непостижимы. Дизайн. Дизайн текст. Дизайн. Я не думал, что даже что текст будет использоваться и типа. Не знаю, что сказать, честно. Дальше будет черный экран и. Не. Думал, сейчас будет темный экран и звук выстрела, и на этом все закончится.
Окей. Теперь слишком светло у них. Видимо, солнце вышло. А теперь закрылось за тучами. Не, я так полагаю, что иногда Твайлайт бежит вперед, а иногда назад, потому что это немного конфузит. Здания как будто идут вот как бы в правую сторону, а потом внезапно они в левую сторону. А размытие-то зачем? Вот, кстати говоря, вижу сам недочет. Рейдерок, когда делаешь размытие, убедись, что ты закрыл видео полностью. Потому что я вижу вот поверху, вы даже можете сами увидеть, есть маленькая такая вот полосочка, которая как бы разделяет обычное видео от размытого. То есть он не на полный экран использовал само размытие. Так что, Рейдерок, если будешь юзать подобные вещи, то, пожалуйста, следи за этим. Ага. Окей, это, кстати, прикольный эффект такой. Правда, я все равно вижу полосу, из которой появляется и уходит эти полосы. Но все равно прикольно, что именно вокруг Твайлайт так прям сделали. Ну. А, ну все. Окей. Окей. Замечательно, я вам скажу. Замечательное видео. Да блински! Гребаные рекомендации. Меня еще возьмут и отнимут монетизацию за момент, где раскровавленный Джон Моксли с Айдаба лежит на колючей проволоке. Короче, что я могу сказать? Ну, по крайней мере, это не то же самое, что мы видели раньше. Это уж точно. То есть, раньше было тупо одно и то же. Два ролика подряд про психоделику, которую мы зырили. А тут хотя бы какая-то оригинальность. Это неплохо, это круто. Я вам скажу. Так что, можно, в принципе, лайк поставить. Я сейчас поставлю. В чем бы и нет. Лайк. Да, вот так вот нормально. Даже покажу. Я не обманываю. Лайк я поставил. Мало ли подумаете. Ладно. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, ребят. С вами был Flutter Green. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи и всем пока-пока.